Друзья, если вы хотите узнавать первыми о выходе новых роликов, то подписывайтесь на мой телеграм Freak Family. Туда я закидываю анонсы о новых видосах, а также иногда высказываю свои мысли по поводу сквада. Также хочу напомнить, что у меня есть второй канал Freak Family Live, в котором выходят нарезки, не попавшие в основу. А теперь приятного вам просмотра. Вы любимые сериалы, короче, смотрите, стримеры. На кого вы по-любому будете отвечать 100%, потому что это не только прям типа про меня что-то. Там и просто связанное со мной. Не знаю, как я тупо объяснил. Ну, короче, ну там во многом... У меня будет жестко гореть. Но, сразу говорю, вы в минус будете уходить, мне кажется, пиздец какой жесткий. Ты понимаешь, что хорошо, в любимых стримерах должны быть мы все? Я буду ебашить сейчас. О, я любимый стример, я не заполнил. Я не заполнил любимые стримеры! Дисбан, ты... Что ты там написал, брат? Похуй. Он уже... Нет! Я отвечаю, у меня неизменённое сообщение. Вадя, а ты сам сможешь пройти свои вопросы? Я, конечно. Нет, я, конечно, смогу, без проблем. Нет. А что там будет? Фотография? Не, Вадя, напиши просто себе где-то любимых стримеров или запомни, блядь. Дисбан, брат, напиши, плиз, что ты сделал с... Не помню. Ну давай пикнем ее первой. Пикай давай. Так и вспомнишь сразу, да? Да, он сам дописал. Ну ладно. А что я-то выбираю? Скилзор, выбирай. Выбирайте. Смотрите, вы можете у меня попросить подсказку, но вы получите, если отгадаете, половину баллов. Поняли? Давай. Вадя или нет, беру. Кстати, Наташу со злым поменял местами, потому что они свапнулись. И где фальстарты? Сейчас, подожди, у меня Сигейм не отвечает. Это Вадя. Пожалуйста, разлагай, пожалуйста. Фух, хорошо разлагала. Это Вадя, да? Ну, у меня, блядь, почему-то нахуй не загрузилось, нахуй. Это Вадя, ты считаешь, да? Ну, вообще, это Вадя, да. Бля, это такая хлявая пиздец. Это изи вообще легко. Я понял, Дисбанк, я понял. Давай дальше едем. Так, даты. Что это будет у нас? Ну-ка, посмотрим. Фух, надеюсь, что будет показывать. Опа. 4 июля 1996 года. Ебаный рождение, блядь. Ну, блядь, не нажимай. Ха, хорошо, блядь. Хорошо. Хорошо. Нихуя. Хорош. Бля, слышишь, у тебя же сегодня нюха, ебаный хуй. Ой. Что здесь надо делать? Смотрите, что я выбрал. Просто надо подумать, что бы я выбрал из этих четырех вариантов. Твич, конечно же, блядь. Ну да, это что-то легко. Пиздец. Твич. Чего? Ты чё, ебан? Телеграм, красавчик, блядь! Бля, самый умный, нахуй. Потому что в Телеграме все мои братишки, которые могут... Смотрите, объясняю, в чем прикол этой темы, в чем прикол? Я могу выбрать... Ребята, прикол этой темы. Ребят, прикол в этой теме, что я могу вас переиграть, понимаете? То есть, что я выбрал? Это не обязательно в том, что я выбрал Twitch, потому что Twitch — это моя основа, поняли? Я мог выбрать ВК, к которому вы вообще не могли прийти. Поняли? Ладно. Вам надо думать, как я. Вам надо думать, как я. Не ББ, я люблю вас больше, чем Телеграм, правда? Ладно, выбирай. Любимые стримеры. Непонятно, почему ты... Топ-2. Непонятно, почему еще не приобрел обувной магазин. Братишкин. Братишкин, блядь. Совершенно верно, Дмитрий Ликс, 200 баллов, нахуй. 200 баллов, хорошо, молодец. Заполнил. Не-не-не, там я не заполнил, оказывается, только 2. 18 января 2013 года. Как вы думаете, что за дата? Твой первый Twitch-канал. Ты создал Twitch-канал свой, да? Нет. Нет. И это совершенно верно. Злой, совершенно верно, блядь. Вот со злым сравнялись. Логика работает, блядь. 19 августа 2016 года. Первый твой стрим. Первый твой стрим. В 13-м создал? Может быть. Первый стрим в 16-м. Первый стрим в 16-м году. Хорошо, Наталья, молодец. Это моя девушка Наталья. Неправильно. Как? Что? Может, первый бан это, блядь? Да, мне кажется, этот, блядь. Какой первый бан? Первый 100 зрителей. Дата канала на YouTube. Дата регистрации канала на YouTube. Ё-моё, ну ёбан-бобан. Ну я тоже примерно в 16-м. Топ-3. Что это за фильм? А кто это? Любимые фильмы мои. А нахуя ты нажимаешь? А нахуй ты нажимаешь, колёс? Иллюзия обмана. Иллюзия обмана. Совершенно верно, Кикантик. Я, по-моему, стримера нажал. Ты опять фильмы, блядь, добавил, нахуй. Ну это мои любимые, ты вообще все их должна знать, нахуй. Шляпу сними, нахуй.
Что я здесь выбрал? Valorant, CSGO, Dota или LOL? Valorant. Кек. Это неправильно. Да хуйня, нет! Подожди, Valorant только играет. Можно ответить или нет? CSGO. CSGO, совершенно верно, Роман Макревский, блядь. Да, потому... Совершенно верно, мой братишка меня знает, если нахуй. Если ты можешь еще раз да, можно еще раз. Ясно. Понял. Вопрос наёбка был. Добавь 400 баллов, ну, нельзя, нельзя только последнему, нельзя только последнему, поняли? Типа три варианта. Макдональдс. Black Star. Моя любимая еда. Вообще, Макдональдс на этом поднялся. Какой нахуй Black Star? Подожди, твоя любимая еда сейчас мне сказать? На седьмом месте. На седьмом месте. Бигмаки, Бигмак, Бигмак. Что значит Бигмак? Ты долбоёб. Что Бигмак? Хуй его знает, что Биг Мак? Бля, я тоже на самом деле немного не понимаю. Что значит Биг Мак? Я не понял. Что такое Биг Мак? Гамбургер, бургер, я хз. Хорошо, молодец. Может, я не знаю просто, как? Молодец, 600 такому тупому. Подождите, ты вообще не ешь. 600 такому тупому. Что такое Макдональдс? Ничего не понятно. Я люблю бургеры же, все равно на седьмом месте. Давай, шестое место. Оладьи, но не совсем. Что это, драники? Да, ямня. Дмитрий, ой, Кикантик, что ты сказал? Это драники? Совершенно верно, драники я просто обожаю. Я тебя драл, блядь. Я просто, блядь. Я просто обожаю драники, блядь. Ты выбрал что-то? Блядь, у меня на этой теме залагивает, сука. Что это? Нет. Это не Вадя. Это не Вадя, да? Не Вадя. Совершенно верно, Макривский. Хочешь поднять бабла? Заходи на ApeX. Тебе на выбор предоставлены множество игр. Краш, кости, кейсы, минер. Эти иксы взорвут твою голову. Наши режимы дают нереальный профит, и это только вершина айсберга. Играй в свои любимые режимы, поднимай бабла и забирай плюсом турниры. Играй в игры и крути рулетку каждые 15 минут бесплатно. Получи бесплатный баланс с этим промокодом. И помни, кто не рискует, тот не выигрывает. Кайфыч. Это охуенно. Макароны с сосисками. Вот, 100 баллов сюда. Ай. Сюда, нахуй. Фоточка. Макароны с сосисками, топ еда, блядь. Это лучшая еда на планете Земли, нахуй. Да сука, шлюха. Мне не работает это, блядь. А я не понимаю, когда кнопка... А, хуй вот. Мне кажется, это не Вадя. Блядь. Че? Кикантик. Выбери еще раз эту тему. Че, это не Вадя? Ну, ты я сказал не Вадя. Я ответь. Не Вадя. Я не, сказал, Вадя. Не Вадя. Совершенно верно, Кикантик. Блядь, ты меня как облупленного знаешь, нахуй. Блядь, подожди секунду. Я же говорю, с Вадей с детства знаком. Я твои губки из тысячи узнаю. А у тебя не будет. Я твои губки оближу. Let's go, сучка! Давай выбирай что-то, найди на уступе. Покажите мне, включите мне, пожалуйста, кто-то этот, демонстрацию. Можно кто-то включить? Уже сделал. У кого? Демонстрация от слова демон? Да, нет, от слова дубоёб ты ебаный. Извини, не хотят тебя обидеть. Иван все равно пикнет. Блядь. Бля, я просто боюсь, что если сейчас найдено в толпе, там же тоже фото, вдруг тебя залагает. Попробуй, нажми. Бойся, правильно делаешь. Давай. Да, блядь, да что за хуйня? Не работает, да, блин? Не тыкаем тогда? Да, нет, это тыкайте, нажмите кнопку, говорите, похуй, если кто-то... Где злой? Где? Вон там вот справа. Через стоит. Через сад не работает. Сейчас, подожди. Пиздит. Слева стоит, слева. А, нет. Гандон, ебаный, да, давай. Ехал. Слева стоял. Алло, баллы верни, Не. Ты неправильно сказал. Так, мне надо, наверное, все равно. Ебать, а где он нахуй? А ну, как вам видно? Скажите, плиз. Справа в оранжевой куртке. Рядом с челом с оранжевой курткой. Это совершенно верно. Я говорю, это... Скажите, Кантик на грязном. На грязном, все ясно. Ладно, так и быть. Крыса. Видно норм? Я нажал! Чё за хуета? Вот, прям справа, там руки он типа так поднял еще. Да. Охуеть, так много людей не подняло руки. Блять, как вы там увидели, что он так поднял руки. Пиздец, блять. Меня просто нахуй все эти ебаные фотографии лагают. А вот ты демку мою не запустил? Твою запустил, только я просто сам ничего не вижу, понял? Бля, как это объяснить? Ну давай, сука, вся, ищет. А ты видишь? Справа в толпе он стоит чуть-чуть левее от самого права, блядь. Там чел. Чего, блядь?
О. Там чел с длинными волосами, еще Кань кепочка приехал. Рядом. Кепочка где? Рядом на челике. Да, хорош, блядь, хорош нахуй. Блядь, что с ним глазастик какой-то ебаный. Нет, ладно, как-то... в пизду, Кань, короче, эти фотки, блядь. Да, у меня, чтобы вы понимали, просто нихуя не грузится, блядь. Очень странные дела, Игра престолов, блядь. Чернобыль Игра престолов. И да, тьма. Тоже, кажется, игра что я выбрал из этого? Давай, престолов. Игра престолов? Полностью, Ебаса. Совершенно верно, нахуй. Молодец, блядь. Тьму ты вообще не смотрел, по-моему. Смотрел? В смысле, схуяли я не смотрел, блядь. Схуяли! Смотрел, блядь. Явочка. Зло. Это зло. Пряники вот эти, да? Какие очень. Пряники? Ну, вот эти японские пряники ты... Пряники. Ну не пряники, сырочек такой. Я знаю название. Я хуй знает. Я знаю. Я правильно. Сука! Это суши? Хорош, блядь, красава. Думал, блядь, сухари. Хорош, я блядь. Я думала моти. Я думал, а меня залагал. Суши или мочи, ёбаный рот. У меня зависло ещё. А при чём тут нет, блядь, мочи? Да нет, это апелляцию просто ёбнул. Суши. Ёбаный рот. Нос в толпе, блядь. Я хуй в толпе нашёл. Илюх, тебе говорят, что кнопку нажимать можно. Справа самого по центру. Над очками бегать. Хорош. Блять, а я, сука, нажал. Молодец, блядь. Роман, молодец. Да, я хорошо тебя знаю, как видишь. Ты молодец. Блять, ну... Нашел. Так нажимай. Вот слева. Да блять! Слева стоит. Блять, ну я нажимаю, я хуй знаю. Где слева там? Вот, да, видишь. А ты уебал. Ты не видел? Это не считается. Я закип. Это апелляция. Это какой-то, блять, это вообще кто нахуй? Ебать, ты красивый, злой. Я не снял, блядь. Я крыса, просто спамил, типа, и начал... Но я не буду тебя снимать, пусть ты просто крысой будешь. Кого я здесь выбрал? Наташ. Я знаю. Кого? Ну, смотри, либо Чембер, либо Джетка, но я выберу Чембера. Чембер, это неправильно. Чембер. Как ты, блядь, так настолько уверен? Джетка? Это не Джетка. Какая Джетка, нахуй? Я вообще не выбрал бы Джетку. Скиллз? Рейз. Хорош, красава, скрёстно. Я думал, что Трейс так отвечает. Мне нравится, когда на музыку слушают на уши. Я бы сказал тоже Рейс. Нереально кнопку нажать. А при чем тут это? А при чем ты тоже кнопку нажать не можешь? Ну, типа, знаешь, когда катка пойдет, не пойдет, ты пикнешь Чамбера. Да нет, это не в игре связано, понимаешь? Это надо чувствовать то, что я пикнул, понимаешь? То есть тут не обязательно правильный вариант. Я знаю. Кто? Хантик. Бля, ну хуй знает. Наверное, Морген, я бы Моргена выбрал. Это неверно. Блядь. Ну не всегда ж правильно отвечаю. Блядь, я не могу перекликать в чат. Последний вариант. Последний раз можно нажать. 50 на 50. Блядь. Это Маркул. Хорош. 50 на 50 доело, блядь. Найс. Хорош. А я сразу знала, что это Маркул. Да, я уверен. Как и на предыдущие вопросы, блядь. И Чембер. Блядь. Любимая еда, нахуй. Борщ. Борщ, конечно, блядь. Ты единственное слово знаешь, блядь, и тут... Блядь, злой только на еду отвечает, нахуй. Где здесь? Блядь. Лучшее блюдо, которое придумано человечеством. Охуенно. Ну, что думаете? Глупцы? Пюрешка, может быть. Злой? Блядь, ну, не знаю, любишь ты это или нет. Что? Ну, сейчас... Гречку? В чате. Гречку? Нет. Для себя просто лучшее блюдо, блядь. Это пельмени, блядь. Крошки, сука. Блин. Какие, блядь, сука, какая гречка, блядь? Чего? Стример. Что, ну, Фил? Я не знаю. Вернее, шаверму? Это неверно, Илья. Да, это пиздец. Шадоукек? Это Максим Шадоукек, все правильно. А потому что боевал птица, сова. Ой, блядь. А, я понял. Злой. Блядь, Папизи. Папизи, блядь. Правильный ответ Папито, но ничего страшного. Папизи я тоже считаю. А ну-ка, злой, блядь. Я думал, Данила. Лучшие фильмы. Чел с поехавшкой башкой поднял целый город на бунт. Давай, Хантик. Я хуй знаю. Я не знаю, это Бэтмен с Джокером?
Который темный рыцарь, вот это вот нет, история. Нет. Ну ладно, по минус. Ты дал им подсказку. Это просто Джокер. Это просто Джокер Макривский, правильно! Говорил, насколько тебе его скучно было смотреть. Ты чё, ёбнулась? Джокер? А мы там это. Да, ты говорил, что тебе Джокер. Ты чё? Джокер мне пиздец понравился, даже на стриме нахуй рассказывал, какой он охуенный. У него только один шанс, я не воспользуюсь. Ясно. Ты что, это Мстители? Это Мстители, Гехатик, умничка, блядь. Зашел скам. Бля, Хантос, Хантос ебет, блядь. Так ты еще больше фильмов добавь ему, бро. Наташ, кто это? И зачем ты тыкнула? Так это Дмитрий Ликс. Это Дмитрий Ликс, все верно. Блядь! Бустер? Бустер, блядь. Спасибо, спасибо за сотку. Бля, бро, Наташа, думал, Наташа фильм, очень какой-то жестко ебашит, очень жестко, но уверен. А скиллс тебе не бро? В смысле? Я думала, Дмитрий Ликс твой любимый сам топ-1 стример, любимый. Да, блядь. Бля, Вадим, ты охуел так пак делать про себя, блядь, что мне не нравится. Пирожок? Пирожок. Я знаю! Что это, Лой? Я знаю! С грибами? Дай мне ответить! Пирожок? Ну, всё, дай мне ответить! Сразу, блядь, пушка. Хуй знает. Нет, неправильно. Дай мне ответить. Да, я. Так я это нажму, чай, я блядь. Нажму, так я не могу. Блядь, дай. О, я? Да, я. Вареники? Вареничка, Катюша? Хорош. Ну, молодец, молодец. Я заранее нажал. Меня злой кормил. Что я тут выбрал? Это пиздец. Я тебя заранее нажала. Мерседес. И это неверно. Иди нахуй, блядь! Ламборгини. Хорош. Блядь, сука. Ламба или Фера. Хорош. Сидел, блядь. Сюда, давай выйди с минуса. А, ты вышла, у тебя 400 нихуя. Да, ты. 13 ноября 2020 года. Блядь. Я знаю. Один день до моей днюхи. Факт. Неверно. Нет, 5 дней после моей днюхи. Кикнули с России? Нет. Ты чё, долбоёб? Подожди. Бля, ну я подозреваю, что это либо разбан, либо бан. Ну пусть будет бан, может, на Твиче. Близко. Блядь, тогда разбан, сука. Пиздец, пососали. А, ну хуй. Нет, Вась, ты даже нашу дату не знаешь. Это не я писал. Это... Ты даже нашу дату не знаешь с Вадимом? Это что? Это когда мы начали встречаться? Нет, ты не понимаешь. Дисбанд решил, что мы начали 13-го. Значит, мы начали, понимаешь? Блядь. Мы начали встречаться 15 числа, и мы всегда об этом... Не-не-не, ну, дисбанд считает, что 13-го, поэтому 13-го, дисбанд закончен. Я откат баллов, откат баллов. Гений. Это Ликс? Это Ликс, конечно, блядь. Пиздец. Я так не считаю. Ну я все равно не смог ответить даже на этот. Было бы написано 15, я бы ответил, мне похуй, это когда все откатывать. Блядь, это Ромчик, изи. Какой Ромчик, блядь? Ромчик. Аниме-бойчик. Какой Макривский? Ты чё, долбоёб? Какой аниме-бойчик? Аниме-бойчик, блядь. Девочка из аниме под моим одеялом. Под моим одеялом девочка из аниме. Под моим одеялом, блядь, старый хуй, блядь. Мальчик в очках так ни разу и не кинул палку. Строго. Гарри. Ебать, хорош. Хорош, злой, молодец, блядь. Дисбан, ты не тому ответ и скинул, сука. Вадим, ты чё, не знал? Встречаться, вот она. А нахуя пикнула? 15 октября 2021 года. Вспоминай теперь. Бля, вообще хуй знает. Наташа, кстати, халявная. Вот это бан, вот это бан. Нет. Ты присутствовала там. Бан, похуй, говори бан. Господи. Наташ, вот это бан точно. О, господи. Не-не-не, не о господи. Переезд, она сказала. Нет, ты присутствовала, это прям пиздец дата жесткая. Бан! Твичевская жесткая дата. Получается... Бан. Получается раз бан. Твичевская? Да. Разбан? А, блядь. Твичевская. Нет, разбан в июне. Для всех разбан ребят. В июне для всех был. Ребят. Для всех это, ребят. Это фрики создались. В октябре? Реально? Что, блядь? Июня же, это не настой! Еблан! Это первая раз встреча. А что? Что, многие раз... В сентябре нет. Не-не-не, в октябре. Не-не-не, у Каролины 13 октября был день рождения, все правильно. Все правильно, мы в октябре были. Мы в Турции были, не пиздите. Что? Это не разбан, стой, это не разбан. Это не разбан, хорошо. Нет, это не разбан, точно. Это вот это бан, блядь, 100%.
У тебя на все, Ром, 100%. Я приехал с Москвы. Да, это оно. Засчитывай ему. Разбан, похуй. Красавчик, молодец. Хорош. Блять, вот он нахуй. Хуйсос, говорит. Так, пизду вас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нажмите, попробуйте кто-то, плиз. Бля, я подскажу. Может это депортация? Хантику не подсказывай. Смотри, смотри, Хантик, я подскажу, что ты пикнул. Смотри, это связано с депортацией, но это не день депортации. Бля, может суд какой-то, я не знаю. Еще подумай еще. Бля. Здэр, спасибо большое. Не, я хуй за это не отвечу. Ну из-за чего депортация была, брат? Ну то, что у тебя просрочился этот. Нет. Когда ты вернулся в Харьков? Нет. Да все, не минусуй баллы, блядь, быстро. Это когда меня в самолет не пустили, дата. Когда я ехал. Бля, это самый тильтовый день был. Наверное, даже не когда меня нахуй кикнули, бля. А когда я ехал, такой опустошенный, блядь. Я Илюхе помню, пишу, блядь. А зачем ты тыкнул это? Обосранный нахуй. Не, так играйте это. Я ж... На стриме ж все видят. Ёбаный спасибо рот. Огромное. Это Денджер Лёха, но это не Вадим. Я думаю, это строго. Лёха. Мне кажется, это строго. Это не Вадим. А мне кажется, Лёха. Это Квихантик, блядь. Это не Вадим вообще. Тут два дня. Да, это нет, не Вадим, это не Вадим. Умничка. Вадим узенькие губки маленькие. Я, блядь, всех знаю нахуй. Я не знаю, блядь. Я по губам всех могу понять, блядь. Красава. Спасибо большое, спасибо, ребят. Очень приятно, пизда. Плюс пиздец. Ух ты, че это такой носик, блядь. Мать, может, что ли, блядь? Ну это точно не твой, это либо гуакамоле, либо что-то кек, но это не ты. Гуакамоле. Это гуакамоле. Это вообще мой нос. Правильно, умничка. Или гуакамоле, да. Да я не могу нажать, типа. Похоже, спасибо, спасибо, ребят, очень приятно. Да, не отмазывайся, ты нихуя не знаешь просто Вади. Да, конечно. Спасибо, писюнчики. Глазик. Глазик, чей это глазик? Как будто Хессо, да? Да. Да не могу нажать. Нихуя не нажать, блядь. Это не Вадя. Это не Вадя, умничка. А кто это? А это Стилзор, запоминай гнида, блядь. Самая эмоциональная фотка, блядь. Не могу нажать, правда. О, какая, блядь. А тебя сейчас будет Вадя, смотри. Ебать. Опа. Чё думаете? Это Вадя. Это Вадя. Долбоёб. А кто-то нажал кнопку, да? Это не Вадя. Это Вадя, Дим? Я не жал. Боже же, пиздец. Дим, кто? Можно на Вадю, как будто Вадя что-то это, ну... Нет, Там всего лишь один развал. Зачем ты нажимаешь? Илюша, ну... В смысле, стоп, подожди. Нельзя так. Тыкай, я знаю, тыкай. 50 на 50 нельзя, братик. Бля. Раунд. В смысле, я думал, это по фану вообще. Бля, что за хуйня? Я тебе сейчас сделаю. Я тебе верну, брат, сейчас. Я думал, это по фану. Пикай, Илюх. Возвращайте. Пикай, Илюха. Любимые фильмы. Плакал нажал. Как сука, блядь. Хатико? Не могу нажать. Я плакал как сука, блядь. Алло. Хатика? Нет. Такой пиздатый фильм, это просто пиздец. Да, блядь. Миля. Умничка, блядь, Илюша. Бля. Умничка, нахуй. За это, блядь, должен косарь нахуй давать. Я не выбирал, как твари над этим фильмом. Блядь, ты сука? Помните, как там электронная музыка включилась в конце, вообще угар? Препарат, принимаемый главным героем, утрированно показывает действие некоторых натропов, на что намекает фраза одного из героев. Эффект сильнее, если ты и так умен. Не темная сторона, сейчас скажу, блядь. Темная сторона Луны, правильно? Да не темная сторона Луны, где чел таблетки ел и умным становился. Все рассчитывал, просто название забыл. Я посмотрю, ребят, обязательно. Сейчас, блядь. С этим Брэндли Купером. Да, я забыл название, похуй, я не вспоминаю. Мы названия эти, я не помню. А, кстати, слышишь, Вадь, почему Дисбанд решил, что 13 ноября мы начали встречаться? Потому что это дата, когда я приехала в Киев. То есть он подумал, что если я сразу приехала, то мы сразу начали встречаться, короче, вот так вот. Давай, ебаш нахуй. Ой, очень хорошо, интересно, понятно, спасибо. Че, блядь? Дисбанд тупой, блядь. Давай, ебаш. Область мы. Вадим, ты... Не, скипай. Область мы? Это правильно, Дим. Так он не отвечал-то! Отвечал, ты долбоёб! Дай еще 10 минут сразу, блядь. Ой-ой-ой. Найди нос. Я нашел. Блядь! Я нашел, но это не он, по-моему. Фальшон! Блядь, короче, вот справа вверху там это не он случайно. Что тут кеки, блядь?
Справа, вверх. Справа, сверху, это не он, это какой-то хуйсочек. В смысле, это не он, это он. Тут Алексы, я вижу, тут два Димана, блядь. Справа, вверх, справа, вверх, это Вадя, не Вадя разве? Не Вадя, нет. Ты наебал, Диман. Да. Ты наебали, заскамили тебя. Блядь, сука, я сам шел. Вадь, ну он сейчас начнет искать, скипай на. Не, так я уже нашел. Ну, право, вверх. Это неправильно. Право, вверх, это неправильно. Ай, блядь. А по центру вот тут справа? Нет. Центр вот тут. Бля, просто по центру, то, что там тоже не похоже на справа вас. Нет, нет, справа нет. О, слева, да, да, слева сверху вот. Нет. Ты сказал справа. Я не говорил такого. Короче, в правом, правый угол ниже, видишь, такая лысина торчит твоя, это ты. Так там, я ее и говорил, нет, углу, это не он. В правом углу, правый угол, чуть-чуть выше, на две головы, ты сидишь вот за ними, блядь. Не, злой. Нет, это не он. Да, это он. Нет. И долбоеб тупой, я это и скажи говорил. Мне, скажи мне, где находится, справа, сверху, да? Я знаю, нет, Вадим, где, здесь. Слева, сверху ты. Вот прям наверху, нет. Там мой глазик выглядывает. Я похуй, вообще прибыл. А, я его нашел, блядь, я только что нашел. Нет, я в центре сверху. В центре сверху. Не, я тоже это нашел, я думал, это вообще не похоже, да. Да, это вообще не похоже. Просто такая же фотка, блядь, этого же человека, нахуй. Ёбаный срок. Ёбаный в ротик, блядь, никто не дожмет даже? Я себе. Я там идеально. Хватит маскировка, ёбаный. Как будто это реально ты, блядь. Так кто есть я, ребята, блядь. Что я выбрал? АВП, Калаш М-ка или Дигл злой? АВП. Совершенно неверно. Здесь полный пиздёж. Да я не успеваю. Дигл. А, неправильно. Дигл, умничка. Бля, вот Ромчик, да, у него есть синергия со мной, у него есть синергия со мной. Я чувствую, какую... Тут нет логики, Илюша, да, здесь да. Нет логики, здесь не, просто не. Нужно почувствовать, я что понимаю. Я выбрал. Ты бы выбрал, блядь, тильтануть да, и скалу купить и идти, блядь, сдох. Наталья считает, что Илюшечка, ебало, звали за мной. Купил бы скалу, на все бабки, когда все говорят эхо, блядь, и пошел сдох. И раунд бы тебе выиграл, сука, бездомному. Да я. Кто-то любил фильмы? Да я. Да я. Властелин колец. Властелин колец. Да я. А почему тачки? Да я. Да тыкни уже, блядь. Давай. Один дома. Хорош, 100 баллов тебе. Найс. Посмотрим, что уверенно набирает. Самое дешевое вообще без подсказки. Ребят, как вам мой друг с Киева? Властелин колец, нахуй. Смотрели? Властелин колец смотрели? Я 4 раза уснул, нахуй. Че вы понимали? Я сейчас, боюсь треков. Да пиздец. Властелин колец, братишка! Блять, а угадай, что по эмоджи Вилона, это можно отвечать хуйня, чтобы засчитывал? Да. Говоришь говно, хуйня, брыга. Тихо. Исполнителя засчитываешь? Нет, с песней. Охуеть. Ты какой-то дис? Да. Это Скилзор Эвелон Киллер. Эвелон Киллер. Брат, а как так дисбан? Что со звуком? Алло. Эти... Ребят, эти все... Что громче сделать? Мне тоже что заебись со звуком. Мне тоже. Ты громче слева сверху сделай. Я сделал на максимум, брат. Бля, хуй знает, брат. Эвелон Киллер из Скилзор. Ладно, я придумал, как сделать. Я своего выведу. Скилзор Эвелон Киллер. Да, правильно. Короче, ну эти... Короче, эти все по 500. Блять, или можешь забить хуй, Дисбанд? Дисбандыч, можешь забить хуй? Хуй тебе... Прям сейчас доставай и забивай молоток. Мысли, так на демке просто звук громче сделал. Чел старался, набивал. Я громче сделал. Нет, Диман говорит, Дисбанд говорит, что... Ну ладно, похуй, Дисбандыч, пусть будет как будет, поебать. Реально, ебаный. Погнали. Да, мы сидим, кайфуем. Я сделал дороже. Где скайфуем? А, первый как формула маленькая Б, я отдам ей опта. Блять. Я взял это золото, камни огромные, как у Флинсонов. Я снова играю по-новому, но на волне, будто я пароход. Зубы дрожат от холода. А трек надо? Да. Конечно, надо. Я знаю. Я в этом замешан. Замешан как карты. А все. Ну, блядь, ну... Я трек не знаю. Блять, сука! Обладает формула. Хорош, блять. Молодец, злой, блять. Молодец, злой. Это мой братишка, блять. Бля, как я вообще вначале нажимал? Ты сказал по 500, да? Не. Похуй, решили. Пусть будет так. Пиздец. Добавляет солянку.
Блять. Это что я ненавижу, Оливки, совершенно верно, молодец. Ты чё, больной, пиздец. Ты же уже 26, в смысле, ты уже должен оливки полюбить. Это вкусно похавал, Вовис. Сидел в Эмираты, вкусно похавал. Да хуй его знает. Тогда хоть и тыкаешь. Ребят, нам надежды на подсказку. Ребят, сижу в Дубае, ем... А, я знаю. Дошираки. Это жесткое, да? Да. Пида. Правильно, совершенно верно. Я не это сказал, если чего один. Я в ахуе. Это пицца в Дубае. Бля, ненавижу ее, блядь. Это нелюбимая. Нелюбимая еда. Ими украшают миниатюрные бутерброды с пикантными или плавленными сырами и ветчиной. Авокадо. Оливки, ебаный! Второй раз оливки. Охуй, оливки. Ой, я знаю. Это оливки! Что это? Это не вяленые помидоры. Похоже на них. Нет, это мое блюдо, клубника в шоколаде. Это Наташа блюдо, клубника в шоколаде. Это мотивировано сказала. Наташа хуёво. Ох, отвечайте на экст оливки. Там все хуёво было, братик. Оливки. Оливки. Это реально оливки. Оливки. Оливки, блядь, конечно, говно это ебаное. Оливки, я ненавижу оливки, блядь, ебаные, блядь. Их иногда добавляют. Да, блядь! Может, оливки, я хуй знаю. Оливки, ебаные, блядь! Я ненавижу оливки! Оливки! Лучше всего подойдут к белому или розовому вину. Ну, бля, я так полагаю, что это оливки. Это оливки, ебаные, блядь! Я ненавижу оливки, блядь! Ебать минус оливки. Хасы висят на бате я, сука вага, он с галкой я, сука так манит зависть я, мы на вершине с Димой я, Вадя берет нас пать и я, Фортнайт, бля, батя он, ебет не надев гандон, не понял, а, сука, подожди, он, там, бате висит. Известный исполнитель, да. Ну, я знаю, кто это, но я не знаю название трека. Ну. Это Бистикс. А, это Бистикс, блядь? Да иди ты нахуй, Наташа! Название не засчитывай, скилл знает. Все, говори Моргенштерн и Ян Хефнер. Все правильно. Моргенштерн и Ян Хефнер, говори. Ебать, это что, не скиллзор? Нет. А, это не полная тебя. Ладно, это, короче, скиллзор, батя Вилон, я думал. Ты долбоеб? Нет. А что это? Это бисикс и скиллзор, батя. Совершенно верно, братик, блядь. Куда? А, ебать, это ты там тоже есть? Ну, блядь. Когда я был неизвестен, они все боялись. Я скрывал потенциал, типа, я стесняюсь. Хм. Я не пожал вам руку, потому что не знакомы. Я не пожал вам руку, чтобы знали, ибо я чел, все помню. Актуально. Я не начну диалог с тобой, нам не о чем. Это моя машина? Это Егор Крид. Угу. Мои рефералы самые лучшие. Да, блядь. Хорош, Келзор. Да хуя его. Красава, на музыке, брать, красавчик, блядь. And you know what, every day we did, I'ma show how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically I'm saying, either way with both slide, ay, can let this one slide, ay. Нихуя, он красиво поёт. Не знаю, это сейчас, ну, Дрейк понятно. А можно просто Бля, не помню, как называется. Не, нельзя, нельзя. Дрейк Туси Слайд. Бля, да. Дрейк Туси Слайд, дэм, братишка, мой рэпер, скиллзор, from the, блядь, Дубай, блядь. Каждый день, каждый шаг, новое кино. Как реклама. Кто мне друг, кто мне враг, думаю, никто. Шоу-биз, рэп-игра, тупый шаг и то. Алишер в этом цирк, самый главный клоун. Я не знаю. Я не знаю название трека. Название не знаю. Это не, как... это не я когда-нибудь уйду? Молодец, умничка, квикентик, блядь. Я когда-нибудь уйду. Выебу тебе в пизду. Рисунки, let's go. Кто это, как вы думаете, блядь? Рисовал мне я, сразу говорю. Блядь. Это Эвелон и Генсуха, и у них любовь. Офигеть. Что нахуй? О, блядь. Охуел. Это злой Барби Гёрл, и у них любовь. Ребят, если что... Это Ниндзя, его девушка. У меня... А, блядь, кстати, я не знал. Стоп, у меня все эти пропали. Вебки. Что?
192 и гаечка. Это не арестовано. Нормально. Ванёк в ахуе сидит сейчас обосранный. Не поняла. Не арестовал, блин. Только Ванёк или нет? Ванёк в телеге написал, завтра не стримлю. А где вебки-то, ёпта? Я не знаю. В смысле, а где логика? Большую часть своей жизни, блин. Да я в рот ебал эту игру. Fortnite? Да нет. Блять, это линейка какая-то, да? Да блять. CSGO, да, совершенно да, верно, скиллдрофтинг. Это настолько изи было, что даже кнопка не нажимается, ебаная. Сказал, Лига Легенд, или что там? Чел выигрывает, с, который сказал, говорит Fortnite, я в ахуе. Не, у меня игра, я не называл ничего, кстати. Ты линейку назвал только что. Это не я называл линейку, потому что я игру не играю, не знаю. Линейку, блядь. Все, извини. Топ-2 игра Вадима связана огромное количество положительных эмоций и отличных знакомств. Это изи. Кого? Fortnite? Fortnite. Ты на каждую игру будешь Fortnite играть? Уже теперь не будет. Оливки, говори. Молодец. Похуй, игра. Оливки. Попробуй. Топ-3 игра Вадима, игра, в которой Вадима бустят про игроки. Ну, Valorant. Да я. Да ё. Совершенно верно, Макриски. Как мне нажимает? Я тоже Dota хотел ответить, сразу признаюсь. Топ-4 игра Вадима, а вы тоже, когда колитесь костью, то сразу быстрее бегать начинаете. Да нажмись, сука! Бля, ебать, перекликивает, я в ахуе, блядь. Так у него сервера в туалете стоят, блядь, он создатель. Топ-5 игра Вадима. Смешные человечки, но на самом деле охуеть какие злые. Ой, я случайно, я думал, я не кликну. Просто ради прикола сейчас кликнул, честное слово. Да, вот у меня так же было. Ну так прочитай. Ну думай, ебаный в рот. Смешные человечки, на деле охуеть какие злые. Это которые эти... Fall Guys. Нет, это не Fall Guys. Давай, быстрее в чате, с ручками бегают и злятся, да, такие. Я не помню название. Я не помню название игр и фильмов, я здесь соли. Ничего страшного, бывает. Камон, гайс. Красава. Да ёбаный в рот! Я думал другая игра. Я думал другая. Топ-7 игра Вадима, да хуя типов в красных тапочках стреляют между собой. Типочков, красных типочков. Да похуй, блядь. Красных. Давай. Что, блядь? Ладно, это стендов 2, давай. Красных типов. Не только красных, и синих. Стендов 2, долбоёб, блядь, да тыкни уже. Чё, блядь? Я понял! Team Fortress 2! Иди нахуй! Блядь! Блядь! Да мы, я был медиком, он пулемётчиком. Это хуйня, дайте баллы. Было. Топ-6 игра Вадима, очень круто, элдовая игра. Дота, блядь. Да ёбаный в рот! Вот это может быть Lineage? Lineage. Нет. Я не нажал, блядь. Я в ахуе. Диабло. Блядь, что за нахуй, блядь? Каждый день в неё играешь, нахуй! Вов. Блядь! Что за хуйня? Что за хуйня? Это игра ебаная. Да какие герои? Ты ни разу не играл, Вадя, в героя. А где правда? Всё моё детство, блядь, герой меча и моё. Давай в героев поиграем тогда, если что, детство один на один. Топ-5 мультик «Зелёный Кинтик», который влюбился в принцессу. Это Шрек и Кантик, молодец. Молодчинка, Кантик сам Шрек. Ебало, стянул говно. Топ-6 мультик «Крыса-гений». Ротохуй, блин. Ну я наконец-то смогла нажать. Найс, просто никто не нажимал, наверное. Капец, блин. Наконец-то первый раз правильно ответила. Топ-7 мультик. Это Жожина и Грега Бара. Нет, облачно, возможно, остатки. Реально тебе нравится этот мультик? Охуенный. Охуенный мультик, блядь. Мальчик, который смог... Мальчик, который еще... Карлик Нос? Что? Пиноккио. Ой, блядь, кто... Карлик, как приручить дракона, блядь? Нет, в смысле, есть мультик такой. Ебанулся столько мультиков мальчика, который смог. Ой, осёл, смог выебать дракона, блядь. Миньеты. Миньеты. Что он сказал? Неправильно, блядь. Миньеты, блядь. Гадкий я? Да пинаку, ну блядь, ну я не могу нажать. Миньоны мультик. Нет, миньоны это другой. Нет, даже в той серии другой. Блядь, бустер с бустером? Братики? А, блядь. Бустер строго. Бля, прикиньте, попал нахуй. Как ты к этому дошел, блядь? Бля, это реально братики, наверное. Это Вадя и Слава. Хорош, красава. Да заебал он быстрее нажимать. Эй, второй нажал. А может быть вы соберетесь и пойдете нахуй? Я вообще нажать не могу. Как вам рисуночки? По эмоджи. Это шоу Эвалона?
что это? Легко ебать. Ну это пизда. Не, реально, Илюх, забей. Я не хочу больше играть. Тут не побеждает тот. Как он шоу Вавилона? А это чё, блядь? Да, блядь, я уже префом нажимаю. Караоке. Караоке. Макринский. Бля, этот братишка меня знает как облупленного. Все знают. Просто вижу, как там фейстарты летят. Опа, нахуй. Это чё? Это чё, блядь? Да, блядь. Это у нас подкаты. Это у нас подкаты. Сгорел нахуй. Девушка. А, что? Я понял. Шоу профессий. Шоу профессий. Девушка 36 лет, медсестра. Это бункер. Иди нахуй, блядь. Мужчина 51 лет. Блядь. Я вообще не понял. Это шоу подкаты. Это импровизация же? Да. Ну как, не дожимается? Я нажму. Сосать. Шоу талантов. Что это? Да, правильно, Наташа Земля. А зачем ты говоришь? Наташа, зачем ты сказал? Минута славы, брат. Блядь! Хорош, красавчик, блядь. Я думал, скажет шоу талантов и собачьего на неправильный ответ. Блядь! Наташа, так классно, реально было. Пазлы. Что это? Кто это? Эвилон или нет? Это Вадя с мамой. Если Эвилон, тут надо его собрать. Реально? Это да. Пазл, да, это Вадя, вон справа. Это не Вадя с мамой, это Вадя. Ей мамой, блядь, твоей, это не Вадя. Не, ну это у нее фотка была с машиной, Вадя с мамой. А, ебать. Все правильно, да, с мамой, да, с мамой, блядь. Извиняюсь, Вадя, я думал. А, тут надо назвать, кто это? Они же не знают. А, ну Эвилон. Ну, школьные друзья, очевидно. Я понял, блядь. Так, я сейчас нарисую. Кто это? Бля, ну это про многих. Это Наташа. Я даже не... Что значит про это многих? Это строго. Ну, многим так пишут. Это строго, наверное. Все правильно, значит? Молодец. И, типа, когда рейд дается, и поинты лукаются. Так год писали. Логика. Не. Бля, ну... Это сперма летает? Жожа. И кто? И кто? Жожа и... Пестров. Я не знаю, кто это. Кто-то беременна. А, стой, это Парадеич, плохой парень. Это Синди, это Синди, сиська, видишь, одна. Сиська, да, что, Синди? Ну, как две. Беременна, говорю. Что же, гачка? Одна, я был близко. Что, гачка беременна? А, тут нет логики. В этого парня точно есть. Если девушку рисует сиськами, это гачка, мы поняли, короче. Да, да, да. Да, я говорю, тут пиздец. Давай дальше. И гачку еще по-разному рисуют. Ой-ой-ой, что это? Да я знаю. Наверное, а я что-то вообще не знаю. Я не могу. Я тоже не понимаю. Рассмеши Йосипа вот это. Рассмеши. Неправильно, не так называется. Не так. Я зачту, правильно. Рассмеши стримера. Я тоже говорил, рассмеши Йосипа, да, я тоже говорил. Нормально, это подходит. Ладно. Твой телефон на мьюте. Не похуй, я гуглю. Все равно не забудешь. Даже если ты заблочишь везде меня, я такой веселый уебан, когда хоть на момент смотрю в твои глаза. Я как будто снова 18! Слава богу, да я в рот нажимается ебал, вообще. В рот именно ебал. Nice. Я ебал вообще нахуй просто. Не знаю, как ебать 10. Это Дина, блин. Это Кикантик. Какой Кикантик лысый? Волосы, это Дина, блин! Кто понятно. Это? Кикантик, кто это? Подожди. В смысле Кикантик, кто это? Это я отвечаю. А, Наташа, кто это? Это Дмитрий Ликс. Дмитрий Ликс, неправильно. Как это? Это легко, это очень легко, ребят. Жожа. Блядь, ребят, это очень легко, пиздец. Да в смысле нет. А, голова нет. Яйцом, это типа бустер. Да не похоже. Да не, нихуя. Да это точно. Да это очень. Бабушка Ольга в чате пишет. Злой, кто это? В каком чате? Бля, я вообще не понимаю. В смысле, легко, блядь? Марк, да, очень легко. Блядь, это бустер, очки, яйцо, типа, понял? Это Мухажан? Мухажан. Да, я знаю, чат. А, нет? Знаю, чат смотрит. Чел в чате. Чел в чате! Не вылезай. Это ж я! Так нет, ребят. Или сейчас чат, красава. Вообще давно такая шевелюра ебанулся? Ребята, ну пак же про меня. Явно я. Ну ладно, тогда похуй. В этом паке нет смысла, как из... А вот это ВК. Что, блядь? Ютуб, блядь, что это за хуйня? Я не помню, что, кто это был. Давай. Папич. Давай. Папич.
Совершенно верно, это по пизде, блядь, молодец, нахуй. А ВК это что, в Race King? Да, в Race King, братик. И в команде он, я думал, это Fortnite, нахуй. Да, он в World Cup. А я думал, ты маленький Бобби Джон. А что это? Ну, сандаль, блядь. Понял. Ксандлис, блядь. Сука, Зубарев. Кто? Зубарев. Зубарев, правильно. Зубарев? Бля, так он же говорит, педаль, ебаный. Ну, братишкин это. Это братишкин Ликс, молодец, братик. Ну он, ну какой братишкин в пизду? Ну какой обувь, потому что нарисовано? Строго. Все четко. Кто? Угадай шоу Вилона. Как вы и думаете? Говно. Я не могу нажать, блядь. Может, это КС-очка опять как... набирать просто, блядь? Говно-шоу, я не знаю. Говно-шоу, блядь. Я не могу нажать, могу, можно нажать? Это фриги против 89-го? Да! А я думала, что матч мальчики против девочек. Уебан чат читает. Я вахую просто, типа, чел читает чат. Ну вот это шоу подкаты, блядь. Думаешь? Думаю, знаю точно, но я не смогу нажать никогда в этой жизни. Хазан. Откаты. Хазан. Да, Тиман, слите баллов. Ладно, правильно. Сюда. Красава, сюда. Да ладно, не может быть. Я пока быть. Мой братишка Ромчик на первом месте, блядь, понимаете? Ну хуя нажал, я поем, блядь. Ребята, в топ-2 мой мультик. Если бы выебался, да, блядь. Мой мультик, мой мультик, такой любимый. Пиздец, драки и животные, блядь. Кунг-фу панда? Красавчик, блядь! Бля, ебать, я так балдёжный. А первая будет тачки, блядь. Ну посмотрите, нажмите, давай. Я хотел сказать, давай. Не бей копытом, нахуй. Чё ж ты, блядь? Если не тачки? Ладно. Да, а почему я сейчас могу нажать? Вы вообще не жмете, типа, вам похуй на 200 баллов? Ну ладно, наверное, на кону вообще наверное, неинтересно. Наверное, Гарри Поттер, блядь. Защитывай. Тачки. Полный ответ тачки. Тачки. Тачки 2, на самом деле. Тачки там... все части, тачки все части. Нет, там не хватает такого бэмсного такого. Почему? Я почему знаю, сам... я знаю. Я тоже знаю. Блядь. Тачки взял! Я не понимаю, почему самое сложное за меньше всего баллов. А что тут будет, Вадь? Что тут надо делать? Тут надо угадать, кто это. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это сложно. Это Майк. И кто? И кто, блядь? А кто еще может быть? А кто может быть? Да это ты! А, это я, да! Неправильно. Чё, блядь? Ой. Кто это? Я забыла этот... Твой друг, который жил еще этот... Рядом. А, я знаю, вот этот вот, забыла. Мемуар, да. Кто? Я понял. Я забыла его. Это Фикс, блядь. Рыженький такой. Фикс. С хвостиком Фикс. Постоянно ходил. Ну как его имя? А, Якобчук! Да, вот, сука! Майк. Вот. Рома! Вот, я забыла. А, вообще, сука, он гандон, блядь. Че, он не гандон? Нормальный парень, ты че? Не, он охуенный. Якобчук, за что? Ебать, за что? Якобчук сейчас. Че за... А это кто? А, я знаю. Ты Рома? Ты долбоёб. Это Рома? А что, нет? Не Рома. Я зам Рома. Ты не Рома. Это Макс и Юля с Shadow Макс Cap. И Юля. Хорош, Лимон. Ну, это мама твоя. Это ты 100%, потому что это твои очки. Это мама Вадима, нет? А, блядь. А. Это мама Вадима. Молодец. Совершенно верно, ребят. Мама пазл. Мама пазл. Молодцы, молодцы. А это кто, блядь? Наташа? Нет, это еще не я. Это Наташа. Не похоже. Совершенно верно, блядь. Да, Наташа, это ты. Совершенно верно, блядь. Жесткие байты были, да. Наташа пазл. Не, самый жесткий байт только Ромчик. Ну, это, блядь, вообще уебан. Пошел, блядь. Дайте баллы, суки! Это уебан Excel. Илюшка Excel. Илюшка, мразь Excel, блядь. Фейк. Вот тут сразу понятно. Илюшка, лошок Excel, блядь. Конечно, у меня на аватарке эта фото стояла 300 миллионов тысяч лет. Илюшка, лошочек Excel. Это на вордкапе сделано. А это кто, блядь? Я знаю. Это кто, блядь? Я знаю, это Сэма. Сегодняшняя фотография. Да, сегодняшняя фотография по пледику. По пледику, блядь. А почему у него культ рядом? А это кто, ребята, блядь? О, блядь, что у нас? Я знаю, блядь, я знаю. Заебень. Это подпишуха Буба. Это подпишуха Буба. Вот его. Ой, блядь. Это ее дом, блядь? Это ее дом, да.
За зарплату. Мне похуй. Я с нулем вот так вот как зашел, так и выйду, блядь. Не поебать. Это подпись, сука, шлюха, блядь. Я вообще поебать. Это не победа в части. Я просто не знаю, как перекликать людей. Просто невозможно. Это невозможно. Да, я тоже, Илюх. Дай пятюню. Можно перекликать только те вопросы, кто вообще никто не знает, да, что это такое. Питак дай. А, нихуя тут балла, блядь. Илюх, дай питак. Да ебать, вот, держи. Что было дальше? Ой, твой пиздец. Я искал я видел. Этот стрим, блядь, 2 года. К нему домой забежал человек в затылок, ёб. Это же тот момент? Не знаю, может... Бля, чисто на рандом, он испугался и ударился, упал. Нет, да я не видел это. Бля, Вадя вообще не пугается в хоррорах. Не, он испугался и ответил. Не, Вадя не пугается. А, он разбился, он упал, разбился, все, изи. Он вообще не боится. Он упал, разбился, он упал, разбился. Он упал, разбился. Я искала стрим. Ну ладно, я зачитаю. Он рандом, он с чатом играет. Нет, я не смотрел чат, правда. Пиздобол. Я честно не смотрел. Нет, знаешь почему? Потому что я в этом моменте тоже падал. Вадя, стрим упал, Никс первый говорит. Вадя, у тебя стрим упал, когда Вадя этого не понял. Нет. Я искала стрим. Потому что у меня в первом экране стрим включен. Сюда, нахуй, камбэкаем потихонечку, поехали. Хорош, молодец, Диман, вот мой братишка реально настоящий. Бля. Ебать, я ебу, посмотрите, нахуй. Я легенда этой игры, блядь! Он и пал, и разбился. Блядь, я овер нажал случайно. Да я ебал это. Ну я хуй знает, палка собьет его. Ой, нет. Антиконтента. Ну, блядь, а не засчитывай, нет. Ну, в смысле, ну он упадет. Там не так, блядь, было. Я знаю, да, не так. Ну, бля, ну если не так, не засчитывай. Ты же даже не знаешь. Ебать, а что, мне не попытаться, что ли? Так, а тут... Все, попытался, неправильно. Я же сказал, ну, я считаю, палка сбила. Ну, бля, ну, значит, неправильно. Да нет, ну, по сути, это правильно. Ну, я знаю, что надо полный. Да не, ну, ребят. Ну, блядь. Так ебать, палка сбила! Ну, карма, за что? Я сказал, нахуй. Я не знаю, Марк, я сейчас я не видел этот момент, я просто так... Нет, ну, бля, уебан, я уже титул, пиздец. Ну правильно, чё? Нормально, тоже фраза. Фишка. Дай нажать мне, сука! Нахуй ты тыкаешь? Блядь, я уже сейчас горю, нахуй! Вать, твою фразу или тебе известно? Мою. В чём фишка? А, знаешь, в чём фишка? Нет. Фишка, а чё, фишка в чём? Блядь, сука! Фишка в том. Нет! Нет! Дай кнопку! Фишка заключается в том. Ну это пизда вообще, это невозможно, нахуй. Рома Магнитский, меня как обнуплен. Вот так еще сделать 20 раз за стрим, блядь. Так, продолжим фразу, погнали, это моя сигнатурочка. Кам. Кам ту папа. Блядь, не фул фраза. О, чего? Кам ту папочка. Не фул фраза. Иди нахуй. Гав-гав-гав. Гав-гав-гав, нахуй. Гав-гав-гав, давай. Гав-гав-гав, ты катапёс, иди нахуй. Что? За? Что за пиздец, блядь? Чтобы понимали, блядь. Ну ты вообще хуесос. Это лёгкая фраза была, ребятишки. Да пиздец. Почему люди называют? Эх, почему люди называют? Микроволновки, если они не волнуются. Что-то тебе такого плана, да? Это этот, блядь, завтрак завтраком, сегодня к сегодникам. Хорош! Красава, нахуй! Вот это хорошо! Вот это было за 1800. Умничка, умничка, блядь! Это косарь просто было. Вот это было красиво, да. Что было дальше? Нихуя я мув взлел. Клипните, блядь, во все нарезки, блядь. Ебанутый вообще чел. Не могу еще кого-то убить или не могу? Сложно. Очень сложно. Что дальше будет? Не знаю, как вы угадаете это. Тебя выгнали, нахуй. Тебя спалили, что ты кого-то ёбнул, тебя выгнали. Чё, у тебя за глаза там на это? А, нет. Ну, в чате правильный ответ был, кстати. Не знаю, заспамишься, мёртвый. Тебя спалили. Вадя, ну зачем ты вентиляцию прыгаешь на камеру? Я тебе говорил, что тебе не спалили. Ебать, мув взял. Дима, блин, охренеть. Я Гучи Моли, это что за так вообще? Давно, да. Это старенькая. На кого сгорел? Соски, еще и развернули корабль, когда я соло остался, блядь. Блядь, я буду играть как уебище просто все игры, нахуй. Блядь, я не ебу, это Дредхангер, блядь. Я сказал правильно, верни баллы, хуйсос. Не-не, зла неправильно сказал. На Наташу. Да я не успею, блядь, хорош, блядь, хорош. Почему только я, блядь? Почему только одна? Почему только я? Наташа или Рон Барон, я сказал же.
Ну, он правильно сказал, да. В ответе не было. Блять, вы не понимаете. Блять, вы не понимаете, я уебан. Блять, вы меня, блять. А я очень часто это, кстати, говорил. Блять. О, точно, мне сразу в голове. У него и мать шлюха. Мать шлюха, нет? И концовочка нужна. Гав-гав-гав. Кто знает? Кто знает концовку? Бля. Никто, но я, ладно, но я концовку знаю, не знаю, я не знаю. А, я походу, знаю. Кто не знал? А, бля. Чё он засчитал, он не знал же. А потому что никто не знал, не другой. А гав-гав-гав. В смысле, я же сказал, я знаю. Гандон, гав-гав-гав, ты мне не засчитал. Наташ. Кринж. Не-не-не. Какой ты ублюдок. Наташ, ну хватит. Нет, это популярно очень, пиздец. Нет, тут типа пиздец какие фразы, типа такие. Сука. Что больше нравится, BMW или Mercedes? Mercedes, да, конечно, нажать, блядь. Блядь, у тебя Mercedes есть, сука. Я против, блядь, дайте нажать кнопку. Все правильно, злой, ты молодец, нахуй. Так хватит, у меня, блядь, на весь экран вылазит. Какого хуя против меня голосует, что, блядь, ответ мой неверный, блядь. Да, блядь, ну нахуя. Любимые сериалы. Гениальный чел в чертогах разума. Шерлок. Чуда! По новой. Это охуенное описание. Блять, пиздец. Друзья! Сейчас опять. Враги! Ебать, это самое. Это самый величайший. Я ни разу не подсказывал даже. Ходячие мертвецы. Да иди нахуй. Вадя ни разу не подсказал. Breaking Bad. Да. Красавчик, да, нахуй! Ты такое описание сделал для во всех. Блять, я просто типа красавчик. Ориентировался по двум предыдущим ответам. Красавчик, да. Блять. Очень старый я сериал. Сказать, ну, по факту, очень старый сериал, хотел, друзья. Я хотел сказать Тим Хортонс. Погнали. Сериал про город, блять. Сим Сити. Сериал про город. Сим Сити, блять. Сериал про город и события в этом городе. Город и события. Безумно Готэм, 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 Готэм. Готэм, Готэм, да. Да, блядь! Я, Вадя, я сейчас... Очень популярно. В Украине было. А, ну, Чернобыль? Блядь, да почему он так... Я мне уже становится похуй, он подсказывает. Да, да, да. Но тут специально. Дети пытаются не сдохнуть от выдуманных чудовищ, которые какого-то охуя не выдуманные. Очень странные дела. Хорошо, молодец, Димантик. Жаль, я понял, старый, это даже не знал. Я понял, как нажимать. Не выдуманные, спойлеры, блядь. Корейский сериал, ака, попробуй выжить, сука. Игра в кальмара. Игра в кальмара, красавчик. Я как человек, который ее снимал, обязан был... Эхэнтик. Детективный сериал в духе Доктора Хауса. Блять, нажал и не знаю зачем. Это был такой... Не-не-не, в духе Доктора Хауса я могу сказать. Чел, который преступников убивал, да? Нет, сейчас. Скажи Доктор Хаус. Не-не-не, Доктор Хаус, сейчас я вспомню его. Скажи Доктор Хаус, ты помнишь. Это не Декстер. Вообще, это... А, это Декстер, стоп. Вообще, это должен быть твой любимый сериал. Ни одной подсказки, Вадим! Я тебе говорю, это не Декстер, ты собака старая! Менталист? Да. Так я... Нет, Вадь, только почему это не топ-1? Ну, менталист это не Доктор Хаус, не-не-не. В смысле? Вот сейчас на первом... Обмани меня, блядь, потому что меня не обмануть после этого сериала. Надо было, я бы не удивился, если там был ответ Доктор Хаус. Полиция, которая использует знания психологии, чтобы раскрывать преступления, блядь. Менталист? Красавчик, блядь. Разве? Ну вот да, вот я помню, ты говорил про менталист. Первое, либо второе место, ну, блядь. Ебали. Я знала эти ответы. Нравится? Я помню, ты мне прям показывал. Valorant или CSGO? Это сейчас? А, блядь. Что больше нравится мне? Как ты думаешь? Тут 50 на 50 скиллс, пробуй. Тут халява Валик скиллс. Валик 100%. Он как раз недавно говорил, что Valorant ему лучше, чем CSGO. CSGO давай возьмем, похуй. Не нажимайте больше никто, так, пожалуйста. Да, Valorant. Блядь! Ты что за хуйня, Диман, правильно ответил? Я понял, как работает. Я правильно ответил, ну что вы за задушка. Что больше нравится, жопа или сиськи? Сиськи. На нахуй. Ты мне говорил сиськи! Жопа. В этом-то и прикол, понимаешь? В этом-то и прикол, нахуй. Тебе он говорил сиськи, нравится ему жопа, ебать. Вообще, да, сиськи больше нравятся. Что за хуйня? Кореш или Парадевич? Это ну, третий раунд, я тут уснул, нахуй. Кореш. Красавчик, блядь. Опа.
Да не, я тут спал, нахуй, Дисбандыч соло сделал, пишет я мне. Я как человек, который их снимал. Мне Дисбандыч пишет. Брат, я там сам варианты сделал, делай вид, что ты придумал. Fortnite. Fortnite. Fortnite? Где такой лишь выиграл? Хорош. Сюда! По новой поехали. Warzone вообще играл? Он играл. Я решил воспользоваться лайфхаками, спроси у части, кто мафия. А. О, и Мага ливнет. Он, типа, я дал ему лайфхак этот. Он сказал, я типа, посмотрел чат, и поэтому я ухожу по правилам, и все. Молодец. И я недавно это не делал. Бля, это легендарная хуйня была. И так как у меня появилась информация, я должен выйти в игре. Это очень смешно. Это очень клево было. О, там Тати была даже. Да. Да, ее Хантик поливал дерьмом. Они в конце посрали. Че ты, девочка, говорит? Ой. Он сгорел. Ну, ебать, ну толстый я. И что, ебать? Тебя это как вообще ебет, нахуй? Ебать, чекни мать свою, нахуй. О! Это, блядь, подмена. В смысле, блядь? На кого? Это чел из чата, это чел из чата. Правильно. А, просто так. Можно, блядь? Да. Я думал, да, надо именно назвать, типа. Да, чел. А я думал, что с Никоглаем. Его ты гонишь. Ты ебаный вард, нахуй, просто по карте, блядь. Бля, почему в каждом моменте есть Хантик, блядь? Я популярный сейчас. Хантик везде. Фруктоска? Наташа пизда. Да кто еще вард, нахуй? На строго, возможно. Но вард это злой, скорее всего. Не. Ликс. Красавчик, блядь. Чего? Бля. Не было такого? Там даже, какой вард? Там Ваня, даже ты начинал знаю, говорить, прям в этом видосе ты начинал говорить. Ну, Ваня! Дискорд, я тебе объясню. Блядь, у нас был единственный с тобой разговор, блядь, когда я тебе поверил, блядь, что ты человек, когда ты мне рассказал про свои проблемы, блядь, что у тебя случилось с родственниками, и я подумал, что это ты, блядь, вот, типа, несешь такую ебаную Ребята, хуйню, это не Коглай. Потому что ты просто не понимаешь. И я сидел, блядь, в Дискорде, и тебе вай. Говорил, послушай себя, что ты говоришь про цифры. А чё так долго, блядь? Там чё, весь кусок стрима, что ли, блядь? Это не Коглай. Хорош. Бля, куда Рокки нахуй? Как она перетыкала меня, блядь? А я за носиком. Ты уснул, наверное, просто чуть-чуть. И? Чё вы ржёте, блядь? Что смешного? Мы проёбываем, если что, если вы не видите, блядь. Сука, идиоты. Блядь, просто меня так горит. Нахуй. Хуй знает. Не знаете? Ну, блядь. На чат, потому что ты тогда этот не получалось тебе этот играть. Песота? Валики. Да как нет, ну ты рофлишь, ну ебать. Не, брат. Сосал хуй, блядь. Это я, попал. Не. Ты на персонажа сгорел. Нет. Ты на персонажа сгорел, то ж не попал, блядь, нет. Какого хуя. На Рому и на Строго я сгорел. Это когда мы играли 3 в 5 мы играли, помнишь? Я не знаю об этом, блядь. Чего, блядь? Я на вас пиздел, говорю, да хуй сос, а вы с меня смеялись. Ну, бля, по всей логике. Да, по всей логике. Я бы даже... Попробуешь прыгнуть и упадешь вниз. Да. Очень далеко вниз. Все, совершенно верно. А это просто? Блядь, какая же хуйня? Настолько просто, да, настолько просто. Настолько просто. Я даже не нажимал, настолько про... Это почти начало, да. Надо было взять такой же кусок, только где я долетел. 1200 за эту хуйню. Тихо, шаг, за тачки 200. Шаг консерва, море наше. Ничего, блядь. Ничего. Никто тебя не понимает, нахуй. Никто, блядь, понимаешь? Нет смысла, нахуй. Я все моменты с Валоранта, я им... Как ему объяснить? А, это КС. КС. Хуй знает. Никто тебя не понимает. Это и чат плакал. Блядь! Красавчик, блядь. Блядь. Это я Майку объяснял, зачем ты гавкал? Блядь, ты гавкал нахуй получила, блядь. Блядь. Я не понимаю, нахуй. Собаку просто, чел у нас. Ну, блядь, ты тупой еблан, нахуй, сельский, блядь, из Стрижевого. Блядь! Непонятно, про кого. Интересно, на кого же, блядь? На Ситола, наверное? Это скиллзор. Да иди ты нахуй. За что, блядь? Вообще не перекликать. Настолько просто ты еще. Название видео по превью. Ой, блядь. Охуенно там. Ебать, ты чё, говноед? Киллы за деньги. Нет. Нет. Чё за хуйня, блядь? Донат за скилл. А, блядь. Красавчик. Не назвал участника. Я не знаю. Там видно было. Какая разница, блядь, суть одна, логики ноль в этом паке! Нет, братик. Назвать шоу.
Блядь, нет. Игры Габара? Ну это я в ахуе. Блять, ты. Ну это я в ахуе. Это просто, просто, блядь, как ну. Игра Габара, да. Бля, тут будет то, что я думаю? Мне надо было с нулем нахуй. Что там написано будет, братик? Но мой новый гроб. Новую машину. Угу, да. Соси, Рома, Макриски, яйца. Там несколько миллионов, будем вот так, 0-0-0-0-0. Там моя новая машина. Это там, где, блядь, в названии видел за миллиона, в этом за тысячу. Блядь, я... Нет, там название, Илюш. Я почему-то хотел сказать, что купит Авилон на это, а что мы? Моя новая машина, похуй, раз уж все говорят. Просто Макривский это сказал. Блядь, там сейчас будет просто... Моя первая машина. Первая, потому что в дальнейшем будет вторая. Похуй, похуй, я к нулю стремлюсь, не поебать. Я не знаю, что это за видео. Кто меня знает лучше, наверное, там. Факт. Что? Кто знает лучше, Иван? Что у меня, блядь? Какой ты тупой, блядь. Давай, давай. Давай, свой. Смотрим старое фото с нашей мамой. Ага. Не, соси яйца. Так он и назвал, блядь. Смотрим старое фото. Ой, старое фото с твиттером. Иди нахуй, Рома. Детские фотографии, это там, где ты, блядь, меня еще фотки попросил и ни одну не добавил, хуй. Название скажи. Детские фотки. Пошел ты нахуй. Вадим, это смотрим старые фотографии с твиттером. Угадай знаменитость по фото. Оно? Ну, это самое ближе всего было. Ну и все, соси яйца втроем. Бля, 7. Бля, на самом деле тут можно просто к Ихантику и Роме давать все. А, о, правда, Лёш? Ихантик на 100 очков всего. Вадим мечтал за бренди-печки. Правда. Совершенно верно, Роман Макриский, блядь. Аллогия, блядь. Моя мечта была, блядь. Да, тип просто перекликивает, а на самом деле он тупой. Сбылась! Да я отвечу. Первый лям Вадим заработал со стримов. Да. Нет. 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 С трейдинга, это все нельзя уже. Я с трейдинга могу сказать. Я знаю, он в интервью говорил. Ну, блядь! Я бы мог рассказать даже с чего. Ложь, да похуй. Нет, он миллион раз об этом говорил. Ну? При всем желании даже мы не догоним Макривского. Детская фотка Вадим Крыму сделана в городе Алушта. Да! Это там, где, блядь? Похуй мне, я рандомлю. Диман, Диман, отвечай, халявные косари. Нет. В городе Ялта было сделано, ребята, блядь. А, ну. Самый просмотренный ролик на ютубе в Ваде про игрок на данный скилл с бустером. Нет. Бля, дай нажать. Это, ну, бля, ну да, реально. Очевидно же. Правый, ебать. Реально нет, потому что... Да. Реально, да? А сколько там просмотров? Мне похуй, я психологически уверен, что правильно отвечаю за это. Вадя после школы поступил в институт в Одессе. И проучившись год, отчислился. Да. Нет. Да, да. Нет. Нет. Как вам, девушка Эвелон? После школы, после школы я поступил в МТ, в колледж, 4 года там отучился. Еблуша ты, блядь. Подожди! Подожди, блядь! Ты учился на... После школы 4 года в колледже. Давай сейчас я расскажу, нет, как ты учился, блядь. Нет, ты проучился там полгода, мне мама рассказывала. Колледж 4 года я закончил, я сам даже диплом писал. Да, я сам сдал на пятерку. Расскажешь. Ничего нахуй не знает, тупец. Да я все знаю, просто мне не дают нажать блядскую кнопку. Да, я вижу. Вы видели? Вадя хотел открыть в Киеве отель с названием «Отель 192». Нет. Правда. Диман, забирай. Забирай. Я все знаю, блядь. Нет, неправда, естественно. Естественно. Дайте кнопку нажать. Бля, вы тоже в аху, как Диман правильно отвечает подряд, блядь. Пиздец, да, и все минусуют. Я пиздец, когда думаю, скам кончится. Артурчик, оставляем вот так вот. Придумала мама Вадима. Нет. Да, это правда. Первый раз, блядь, ты угадала нахуй. 50% зарандомила, сука. Попала. Нет, рассказывал на одном из стримов, по-моему, что... Да, давай клацай, блядь, пиздец. Да, так же, как и про Одессу. Бля, почему я только пизжу нахуй? Почему я могу только пиздеть? Что за хуйня? Почему я не могу говорить только... правду? Я что, не способна на то? Уже блядь, он тысячу раз пересматривал, блядь, вот эту сериал «Обмани меня, нахуй». Блядь, и почему там моим лица осознаю, а как-то понимает, что я обманываю. Но это не так, блядь. Посмотрите, я тебя читаю. О, что?
Это я. Название, название вспомнишь? Ой, это очень сложно. А дайте нажать, я не могу нажать! Да, блядь, никто не называет, Илюха не может нажать. Так я сначала накликал. Челопинг тысяча. Прям нужно то, ну, ебануто точно. Вспомни хотя бы начало какое-то, в чём там прикол. Нужно с Дигла убить, типа... Донат... Блядь, донат за скилл, убей с Дигла, там что-нибудь такое. Вообще далеко. К сожалению, вы ошиблись. Действие за донат. А, если я... Подожди, стой, что за хуйня? Троллинг школьника от Excel, да. Илюха, ты как Илюха, школьнику понял, ё-моё. Это мы в Fortnite играли, блядь. Да-да-да-да-да. Я это не знаю. Название видео по превью. Блядь, ну это... Я вообще видосы Вадина и не смотрел ни разу. Убийца CSGO, наверное, хоть новая игра Valorant. Нет. Это Valorant. Так писали другие, но не я. Блять, новый CSGO? А ролик? Да похуй. По Валоранту, блять. Поставил хедшот в окне. Первый раз играю в Валорант. Я видел, что ты гуглил. Ебать. Что? Вадя! Я видел, что ты гуглил. Ты что, прикалываешься? Я не гуглил. Я видел, что ты набирал, ты искал. Я за усенец отрывал! Красава нахуй. Я сейчас его солил. Все равно его забрать нельзя было. Аниме или фильмы? Фильмы. Да аниме, конечно. Фильмы, фильмы. Конечно же. Ты мне всегда говорил, что тебе фильмы нравятся. Аниме, брат. Аниме. В аниме интереснее сюжет намного. Кстати, кстати, стоп, я хочу сказать одно, то что если бы Дима не рофлил, каждый я раз этот косарь не выбирал, Наташа бы проиграла. Я официально заявляю, у него раздвоение личности, блядь. Не-не-не. Это пиздец, полный просто. Муравей. Дота и лол. Дота и лол. Дайте нажать. Дота. О, нихуя. Чудак! Ебать, правильно. Набирай, набирай, сейчас догонишь. Осталось два круга вырываться. Я думал, он его убил. А что за голосок такой? Все, я, короче, стягиваюсь. Да, контроль, видите, как они как сучки играют. Они не могут выйти. Они не мужики. Ого! Хорош! Ого, ебать сидит, да, блядь? Что тут было? Там запрет. Дай мне нажать, блядь. Да иди нахуй, блядь, хуй сос. Сейчас пизды в окне получит. Не-не, неправильно. Блять, я что-то вообще не понял. Дай мне нажать, блять. Он, по-моему... А, запрещеночка? Реально в чате пишет. Я думал, что он его ебанутый, он вот так вот сделает. Как так? Блять, вот дай... так вот. Нажать могу, понял. Нажать. Нажимай, я нажимай, нажимай, просто... нажимай. Он сейчас кинет ванвей в окно и убьет. Он сгорит от молика, Бистикс написал. Надо было Бистикс назвать, Бистикс бы выиграл, блядь. Батя, я ответил правильно! А где, в смысле? Проблема, пизды в окне получишь. Не, не, это неправильный ответ, братья. В смысле? Получил пизды в окне, по факту. Получил пизды в окне. Мало, пожалуйста, 800 баллов. Нет, неправильно. А кто это? Ой, ну это грех нахуй, не назвать. Это гениальная тема, кстати, была! Сука! Шаришь за Fortnite? Хорош, красавчик, блядь. Котик, блядь, вообще. Посюда, да. Ну что? Приветулечки вы, как же он крутился. Игра, блядь, когда нажать... Поздравляю Макриску, моего братишку, он знает меня лучше всех. Надо было сделать. Я жду от Ромы любую фотографию его, блядь, и я делаю... Ты на стримах будешь здесь сидеть? Да, на стримах, где угодно, где скажешь. Любую фотографию мне скидываешь, и я делаю футболку с твоим лицом. А, ебать, у нас что, приз был какой-то? Ромчик, делай. Нет, я понял, я делаю... Ой, тихо. Рома, блядь!